Друзья мои, прекрасен наш союз. С вами Алексей Азаров. Вы находитесь на канале недвижимости в Италии. Сегодня посмотрим классную виллу 515 метров квадратных. Поехали! Красивый вид на море. Мы находимся, это Анкс, бывший отель, сейчас классные резиденцию там с нее сделают. До моря очень близко, все пешком. Мы с вами находимся сейчас на среднем этаже, на нижнем, потому что здесь всего 4 этажа. Так, что-то я запутался. Дом находится недалеко от моря. Это Ангст, бывший отель. Вот, сейчас там делают резиденцию, чтобы понимали, где это, да. То есть все пешком до моря. Вот там уже пляж. Мы сейчас с вами находимся на первом этаже. Всего 4 этажа. Можете также там сделать окна в пол, то есть любые фантазии, но в пределах разумного. Большой просторный зал. Великолепный вид на море. Здесь столовая с выходом на веранду. Ну, что-то у нас еще пока зима еще. Там, кстати, сейчас делают ребята изоляцию, чтобы не было протечек. Дома все время занимаются. Здесь летняя кухня, гриль. Ну, на улице попозже выйдем, просто показываю зону отдыха. А, где-то 17 соток земельный участок. А, в данный момент дом поделен на двух владельцев, вот. Но один владелец уже все выкупил. Это я к тому, что лестница была раньше вот здесь, дальше шла, сейчас там закрыто, да, то есть два этажа. Хотите оставить и так, хотите, можете сделать единую виллу. Кухня. Как всегда, моем посуду с видом на море. И на Монако, и на Лазурный берег, и на Бордегьеру. Далее здесь кладовка для кухни. Помните, такие абстракции привозили в Москву, поставили на Красную площадь. Так, далее на этом этаже у нас вход
гостевой туалет, ванная комната с душевой кабиной и ванной. Просторная спальная комната с гардеробной. Высота потолков здесь, по-моему, 2,8, да, то есть выше обычного, стандартного. Я бы здесь сделал панорамное окно, прямо оно сюда напрашивается, красивое панорамное окно, потому что красота несусветная. Встроенные шкафы, понятно, что дому порядочно лет, но такой объем, метраж в Пордогире сейчас не найти. Здесь вообще классно. Идем на верхний этаж. Я разговаривал, если вдруг мало 515 метров квадратных, есть возможность там, но это нужно уже конкретно уточнять, еще 50 метров, ну, плюс-минус, да, говорим, еще построить, надстроить. То есть эту террасу, например, можно попробовать закрыть и сделать еще. Но, как по мне, такого объема достаточно. Здесь бассейн, тоже зона отдыха. Видите, там сейчас была протечка, сейчас ее устраняют. Сделали изоляцию. Тихий район, хоть рядом и дорога, я поэтому всегда снимаю видео, чтобы вы все это видели и слышали. Ванная комната с душевой кабиной. Даже здесь, видите, тоже потолка, высота потолка 2,8. Спальная комната. Мне всегда, не знаю, я привык, я хочу всегда вот панораму, чтобы была панорама. Потому что, ну, Бордогера, чем красавица, это тот вид. Здесь выход на террасу. Деревянные окна. Этот вид, конечно, просто из окна красота. Это вот Виа Романа идет. Так, здесь мы смотрели. Здесь еще одна спальная комната. Это не это, не плесень ни в коем случае, не думайте, это просто краска такая серая. Они тут не покрасили. Тоже высота потолков приличная здесь. Ванная комната с душевой кабиной. И здесь еще одна просторная спальная комната с видом на море и гардеробная. Вилла очень светлая, так как смотрит на юг. И у вас будет солнышко всегда. Сейчас здесь еще терраса.
Sopra è finito? Sì. Allora posso andare a cominciare a spegnere? Sì, grazie. Нижний этаж. Учитывая, что дом большой и все большое, как всегда, не забываем про 4 урожая в год. Здесь также зона отдыха. Там у нас сад. Но это сейчас попозже -то спустимся. Там подвальное помещение. Где можно сделать спортзал, сделать винный погреб. Вот, смотрите. Здесь, я бы вот здесь сделал, например, бы зону отдыха, зал, потому что убрал бы, сделал бы огромную такую вот площадь, так как позволяет. Кухня с выходом на террасу, и там тоже летняя кухня, как вы видели, зона отдыха вот здесь. Прачечная. И две спальные комнаты. Первая спальная комната с ванной комнатой. С выходом в сад. И здесь вот такая большая спальная комната. Также гардеробная. И ванная комната. Границы участка идут по данный заборчик. Вот и апельсинчики, и мандаринчики. Все по графику. Здесь у нас подвальное помещение. Наверное, должно быть по-любому сладкое. Надо попробовать. Здесь еще
И вот так вот мы обошли. Все. Удивительно, что здесь дорога, да, внизу? Но так как поворот очень крутой, все это знают и все притормаживают. Прям повезло этому дому, что здесь тихо. Бонджорно. Вот, здесь мы с вами выходили, летняя кухня. И вот сейчас то, что делают ребята работы. Бассейн не маленький, там у вас душевая кабина и где вот заборчик тоже заканчивается собственность. Здесь тоже небольшая кабинка для переодевания. Так, и пойдемте посмотрим гаражи. Большая для маневра зона, достаточно большая. Здесь поместится две большие машины спокойно, здесь. Ну, если какой-нибудь броневик, тогда один. И здесь также. На две машины. То есть 4 машины, ну плюс еще снаружи там 6 машин спокойно, если приедут гости. Закрыто. Здесь еще подвальное помещение двухэтажное для складирования вещей. Вот такая сегодня красота. Мы, как всегда, идем успешно с боевым настроем вперед. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, солнышко. Пока!